Проблемы жителей села Битимка обсудили в администрации Первоуральска. Глава города Николай Козлов провел прием граждан. Затронули самые актуальные вопросы. Какие трудности нужно преодолеть и что для этого намерены предпринять власти муниципалитета, узнала моя коллега Ульяна Шилькова. Одной из первых на встречу с Николаем Козловым пришла Елена Шерстобитова. Женщину волнует вопрос качества воды. В скважинах, которые есть у многих жителей поселка, вода слишком жесткая. Николай Козлов сказал, что проблема решаема. А на сегодня есть у нас скважина, которая сколько лет назад была пробурена? В 2009. В 2009 году. Там действительно хороший запас дебет воды, вот, который, если его сделать... закольцовку вокруг Белимбая, разводящие водоводы, допустим, по улицам пустить, то мы можем обеспечить наш поселок Белимбай. Новая скважина должна появиться в ближайшем будущем. Николай Козлов уточняет, проект дорогостоящий, будет состоять из нескольких этапов, но его обязательно доведут до конца. Вообще хорошо, что такие приемы проходят, что люди приходят с наболевшими вопросами, задают, и эти вопросы будут решаться. Вместе с Николаем Козловым в приеме принимают участие глава Белимбая, а также представители кадастровой палаты, жилищно-коммунального хозяйства, управления капитального строительства. Все для того, чтобы многие проблемы решать прямо на месте, во время приема. Жители Битимки пришли с разными вопросами. Они касаются газификации, освещения, капитального ремонта, оформления земельных участков в собственность. Попросили Николая Козлова и вернуть аптеку. Она закрылась в поселке месяц назад. Этот вопрос мы в ближайшее время решим. Я считаю, что его нужно решить, потому что люди не могут без лекарства жить, тем более наши ветераны. У нас здесь есть общая врачебная практика, и на территории данного учреждения мы откроем в ближайшее время аптечный пункт. Пообщаться с главой города успели более 10 человек. Все вопросы Николай Козлов взял под свой личный контроль. Очень важно самому пообщаться с людьми и понять проблемы. И когда ты сам даешь непосредственно задание своим специалистам, берешь под контроль исполнение этого вопроса, и когда ты его реализуешь, это уже немножко другой эффект, и люди по-другому к этому относятся. Мне понравился мэр, потому что он отвечает прямо и фактически, как, ну, конкретно отвечает нам, ответил на все мои вопросы, значит. Следующий прием глава города Николай Козлов проведет в Белимбае 24 мая. Ульяна Шилькова, Денис Храмцов. Хроника дня.